А мы собрались идти, в общем, в парикмахерскую. Будем сегодня Тимку постригать, да? То есть вот такой вот я сегодня буду с волосами последний раз. Так страшно, девчонки, идти, потому что это первый раз, первый малыш. И, в общем, я не знаю, как он отреагирует. Мне кажется, будет, конечно же, плакать. Да, Тимка? Вот мне просто не нравится, как спереди у него здесь смотрится. А здесь как бы типа что-то растет, здесь не растет, в общем. И хочу постричь. Папа тут пытался его что-то постричь, немного прическу сделать. Ну, конечно же, это все не так получается. Поэтому мы хотим вот чубчик этот постричь, чтобы потом хорошо волосики росли. Потому что муж, когда вот здесь его подстригал, типа пытался ему сделать прическу, в общем, сейчас у него там волосики-то хорошо растут. Вот, мне так прям понравилось. И поэтому мы решили, в общем, здесь обстричь. И поэтому вот решили мы его постричь. Да, Тим? Да. Сегодня придешь с новой прической? А? Так вздохнул, как будто понимает, куда его поведут. Вот видите, тут так хорошо стали расти. Муж здесь все постригал его сзади, потому что слишком длинные были. Вот, и очень хорошо стали расти, так как-то, не знаю, равномерно, что ли. А здесь у него получается, здесь есть, здесь нету, в общем. Поэтому решили сводить. Нашла здесь рядом у нас такую детскую парикмахерскую. Да, Тима? Пойдем? Пошли? Да, туда. Пойдем? Да? There's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby. And I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. По одной достаешь. Да, туда, да. Иди, возьми, принеси ее. Молодец какой. Угу. Да, туда ставь. Забирай давай пирамидку. Ну, мимо, давай еще. Ну. Иногда попадает, иногда нет. Но уже старается вот собирать. Сейчас я вам покажу. Тима, давай, вот сюда ставь. Давай, давай, давай. Молодец. Кстати, девчонки, замечают, что левой рукой чаще всего он все делает левой рукой, и левой рукой у него намного все лучше получается, чем правой. И я вот думаю, может быть, он у нас левша, потому что вот у меня братишка левша. Потеряли мы вот эти вот две рыбки, вот эти вот потеряли, не знаю, где-то, наверное, под диваном закатились. Надо будет уже делать уборку, тоже все это отодвинуть, диваны, поискать все игрушки, потому что вот от этой пирамидки тоже две детальки потерялись. Сам шарик вот сверху. Да, давай, ставь, ставь, сын. Молодец. Такой взрослый он стал, девчонки, после этой нашей прически. Как мы сходили, постригли его. Но видите, волосики уже отрастают, хотя прошло где-то 2 дня. А так вот уже вообще прям хорошо растут. Ага, туда ходили, да? Постригаться ходили, да?
Вел себя очень хорошо на стрижке вообще, не капризничал. Вообще прям хорошо очень сидел, послушный такой. Да, сын? Да, да. На, рыбалку будешь играть? В рыбалку тоже научились девчонки играть. В общем, рыбки он ловит самостоятельно. Да? Я, кстати, в Телеграме уже показывала, девчонкам скидывала, как он научился. Да, сына? Ага. Такой вот большой, скажи, я уже стал с этой прической. Ну, в общем, постригли мы его, получается, где-то 2-3 миллиметра оставили. Никакую прическу не делали, просто, ну, можно сказать, что хотели на лысо, но так как у него здесь еще корочки были, я попросила, чтобы, ну, прям совсем на лысо не, как бы, машинкой там не трогали, потому что я боялась, что зацепит, в общем, корочки, вот. Но хотя бы сейчас вот у него, получается, равномерно как-то они все вместе растут. Поэтому я рада, что мы постригли, конечно. И сейчас вот более-менее тоже отрастут, и мы ему сделаем прическу, как у папы. Да. Да. Кто там? Козочка, да? Козочка как делает, сын? Ми. Да. А. А еще медведя научился своего вот это вот нажимать. Кстати, надо мне скачать приложение уже на нормально этого медведя настроить, потому что надо закачать всякие сказки, которые его Тимка любит, допустим. Вот. А так он просто пока с ним так вот играет, как с мягкой игрушкой, и на лапку нажимает. Да, сын? Где? Ага. Да. Вот сюда. Сюда ставь. Мало. Что там? Что там? Научился вот так вот пальчиком везде показывать и говорит да-да-да или т-т-т. Типа что-то надо достать ему. Папа приходит, он сразу к нему на руки просится. И они с папой ходят по квартире. Он ему куда показывает пальцем, папа его подносит, он что надо ему там берет. Вот. Научился так. Ага. Молодец ты. Вот эти пока что еще не умеет собирать, только разбирает. Только единственное, что вот эти вот кругляшочки он может обратно поставить, как и вот ту пирамидку. А вот эти он еще пока не соображает. Он пытается что-то так положить, допустим. В одну попадет и ладно. Вот. Ну, уже вот пытаемся. Хочу заказать ему еще развивашки другие. Тут опять хочу все перебрать и уберу, наверное, вообще всю половину, потому что он вообще ни с чем не играет. Да. На, будешь рыбалку играть? Давай покажем, как ты рыбок ловишь, сын. Оставь. Да. Козочка, да? Мии делает. На, сын, покажи. Покажи, как ты рыбку ловишь. Давай. Молодец! Дай маме. Дай маме. Ага. Нет, держи, держи удочку, держи. Давай. Желтенькую лови. Молодец! Давай, сын. Молодец. А где зеленую уже потерял опять? Yeah. Да. Давай, лови. Да. Yeah. Да. Упала? Yeah. Поставь на место. На место поставь. Давай, сын, на место поставь кругляшочек. Yeah. Ну, почти, да, почти. И вот девчонки нам дали вот такую вот первую нашу грамоту. Дипломчик такой первый. О первой стрижке. Вот. И тут еще в конвертик волосики положили. Буду когда оформлять его альбом, то сделаю. У меня вот, знаете, девчонки, да? Вот альбом стоит.
уже давно стоит. А оформить я его до сих пор еще не могу. Не знаю, как-то все времени не хватает. Хочется все фотки распечатать, но как-то вот не дойду я никак. Да, сын? Но надо уже этим заняться. Тут мы, кстати, еще немного простыли, либо это от погоды так, потому что было тепло-тепло и резко просто холодно стало. Но самое интересное, что когда стало холодно, мы не выходили на улицу. И, в общем, я работала, получается, субботу-воскресенье, и муж говорит, что он в воскресенье вот начал именно уже так кашлять немного, плюс сопли текут, в общем, у нас рекой. И слюни текут рекой. В общем, у нас 4 зуба когда лезло, 2 вылезло, 2 до сих пор еще никак не может прорезаться. Либо это из-за зубов, я так думаю, либо это все-таки, не знаю, простыли. Вот. Хотя, ну, не очень похоже на простуду, потому что ни температура, ничего. Вот. Ну, слава богу, что температуры нет. Сыночка, оно же не будет. Там же нету магнитика. Ты не ну, ты же не поймаешь так. Где рыбки? Где рыбки у тебя? Рыбки где? А у нас тут, как всегда, девчонки из Шанхай такой. Все везде разбросано. Как обычно, скажи. Кстати, не показывала вам. Муж опять тут ему купил машины. Ох. Короче, муж, как маленький тоже ребенок у меня, только машинки, в общем, покупает. Ну, такую вот я в тот раз вроде бы красную покупала, либо я эту покупала, а муж купил красную. В общем, какую-то из них. И вот эту вот, тоже такую вот машинку. Она еще так, знаете, сама собой ездит, в общем. Назад ее немножко прокручиваешь. И она сама ездит. Вот. Так что... Да? Да. Так что вот у нас такие опять новенькие машинки появились в коллекции. И муж, главное, всегда покупает вот эти вот тяжелые железные машинки. Вот. Ему такие нравятся. Он говорит, соберем прям всю коллекцию Тимки. Я говорю, ага. А одна девчонки машинка вот такая вот сейчас стоит 500-600-700 рублей, вот так вот в детском мире. На улице у нас вот такая вот погода сегодня, вроде бы солнышко выходит потихонечку, но вот опять сугробы. Только все вот таяло, так было классно, здорово, раскидывали все эти сугробы и на тебе опять. Вот так вот, ну... Весна не хочет приходить почему-то, а зима не хочет уходить. Девчонки, вам сегодня еще не показывалось. Я, в общем, просто дома хожу не накрашенная. Вот. Пытаюсь все вылечить свою аллергию, чтобы побыстрее закончилось. Но уже лицо у меня более-менее. Кстати, вот так почему-то я смотрю через телефон. Я более розовая, а по сути я не такая розовая. Я, короче, побледнее. Но вот еще вот эта вот щека у меня до сих пор чуть-чуть сильнее, чем вот эта вот, да, краснеет. Но, в принципе, я уже пришла в себя, и ухо у меня, слава богу, прошло. Так что, девочки, вообще более-менее это все налаживается. Сходила, кстати, я в поликлинику, записалась, в общем, на сдачу анализов на аллергены. Надеюсь, что мне это чем-то поможет. Если в городской поликлинике ничего толком не смогут мне найти, то пойду, наверное, еще и платно сдам. Конечно, да, это стоит дорого, но узнать, на что у меня аллергия, нужно, потому что у меня выходит она, можно сказать, что постоянно. Вот, допустим, сейчас у меня более-менее прошло. А вчера я, допустим, да, опять уходила все вроде бы с чистым лицом, с чистыми руками. А потом я... В принципе, так и держу диету, покушала, и, в общем, я съела одну мармеладку. Муж купил мармеладки, а я их обожаю. Я вот что-что сладкое не кушаю, да, а мармеладки обожаю. И, в общем, съела одну мармеладку, одну, и у меня, в общем, сразу на руке вот здесь вот выскочила аллергия, то есть, наверное, все покраснело, на лице ничего не проявилось, но именно на руке вот сразу же выскочила.
И, в общем, все. Я думаю, блин, даже и мою мармеладку нельзя кушать. Не знаю, на что это. Вот. Муж говорит, может, у тебя реально на сладкое. Ну, на что на сладкое? Только на сахар. Сахар я сейчас не кушаю вообще. Ни в чай, ни в кофе не добавляю. А, кофе вообще стараюсь даже не пить, потому что говорят, что он такой более аллергенный. Вот. Так что измучилась из этой аллергии, честно, девочки. Это такая вообще... болезнь, не знаю, как назвать, но все страшно сейчас кушать, потому что не хочется ходить опять с таким лицом, красным, опухшим, и, в общем, переживаю я насчет этого очень сильно. Как говорят, да, не было печали, черти накачали. Вот тебе черти накачали, все это вылезло, и все вот так вот получилось. Не знаю, может быть, если аллергены идут, хотя бы я не буду что-то, да, там, употреблять, то, что где это есть, а буду остальное все кушать, потому что сейчас на одной индейке, девчонки, мне можно уже и диету не держать, я сама уже как будто вот живу на этой диете, на индейке, на всяких там крупах, сухари, единственное, что я кушаю, это сухари и все, вот, и сама уже вся, можно сказать, что похудела даже без всяких занятий. Вот. У меня еще такой причесон, кстати, девочки. Просто мы сейчас никуда не ходим. Тимка болеет. Я думаю, ладно, не буду краситься. Буду дома так сидеть, чтобы лицо более-менее отдыхало. Вот. Здрасте, малыш. Здравствуйте. А где ты стоишь? Ты ждешь маму? У нас там машинка стирается. В общем, жужжит очень сильно. Тима, дай руку. Тим, дай руку. Пошли. Давай, давай. Пойдем. Да, туда. Машинка там, да? Машина. Давай сам иди. Давай, мама тут тебя держать будет. Пошли. Нет, в другую сторону. Вот. Вот, девочки, ходим вот так. Хотя бы чуть-чуть, но его надо придерживать. Он потому что как еще такой, знаете, как пьяненький ходит. Вот. Ну, вот так вот ходим. Что там? Вот смотрите, я сам стоит. Я его не держу, можно сказать. Но сам пока что боится. Тут, девчонки, еще у меня муж ездил, в общем, на рынок. Покупал Тиньке тыкву, покупал кабачок. Кабачок стоит, девчонки, на рынке сейчас 150 рублей килограмм. Дорогие, конечно, но мы иногда берем. Тимка очень их любит кушать. И вот тыкву тоже покупал. Сейчас нарезала, она пока обсыхает, а потом я ее заморожу. Тимка пока спал, я ему тут приготовила, в общем, как уху, можно так, наверное, назвать, вот, с рыбкой, в общем, супчик. Мы уже рыбку кушаем рыбку хек. Беру такую я прессованную, в общем, без косточек, без всего. В общем, вот такой вот супчик у меня получился. Чуть-чуть гречки, в общем, ему еще добавила. И делала вчера кексики. Вот такие вот кексики, это нам на полдник. Сейчас вот покормлю его. И хочу еще сделать, в общем, ему кексики такие же, вот только с тыквой. Тоже Катя мне рецепт, в общем, давала, поэтому хочу попробовать. Ага, открыл машинку. Тимур, постирались, в общем, вещи, и он у нас научился открывать машинку. Как он научился это делать, я даже, девчонки, не знаю. Вот закрыто, он нажимает и открывает ее. Да? Как ты это делаешь? Научился, и вот в любой момент, если хотя бы машина стирает, то она как бы блокирует. Вот, смотрите, что делает. Вот. Умный парень, да? Умный парень. Как научился открывать-то, а? Дюбочка, дюбочка, выдолавливай давай. Сейчас опять откроет. Такой хитрый. Да, еще покупала ему, в общем, тут недавно вот такие вот кукурузные палочки и вот такие вот как мармеладки, наверное, да, можно назвать, вот такие вот фруктовые осьминожки, очень сильно ему понравились, прям вообще, и кукурузные палочки тоже сильно понравились, вот мы уже одну открыли, брала ему две, ты не видишь? Давай, бери одну, одну возьми. Ага, одну скажи. Дай маме одну. Спасибо. Спасибо.
Ну, жуй давай. Прожуешь, я тебе еще дам, ладно? И нам скоро кушать, сын. Эти сладости, конечно. Вкусно, но не полезно. Да, сын? When we collide.